Итак, всем привет, с вами Добгэ, мы продолжаем играть в Sacred War за Советский Союз, и подходят уже финальные моменты войны. Мы готовы к полномасштабному наступлению, немец истощен до невозможного, наше производство танков и авиации увеличивается с каждым днем, в общем-то заводы встают с каждым днем. Я думаю, конец войны не за горами. А вы, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же начинаем, продолжаем, я бы сказал, наступление. Поехали! И время нажимать новые пропаганды, здесь агитпропы. И, конечно, у нас есть прекрасный баф на 10 атаки и защиты у нас в территориях, мы его нажимаем. Хотя, все же осталось не так много у нас территорий, потому что здесь почему-то по части Украины, Беларуси не включена. Прибалтика я еще могу понять, как я и говорил. Тем не менее, все равно это поможет, так что нормально. Ну и всего за 15 политки можно еще ТМП тоже взять, пригодится. Я думаю, я доконтролю окружение вот этого болота большого, здесь вот танчиками. Чуть-чуть повайпаю, после чего можно будет просто нажать, в общем-то, батл-планы. Параллельно делаем вот эти вот, как я и говорил, небольшие окружения. В общем-то, достаточно полезные. Ослабит потом защиту немцев. Ну и да, наши танки просто сметают абсолютно немецкие здесь войска. Позволяет нам без особых проблем продвигаться и развивать... По крайней мере, на севере наступление. На юге здесь чуть больше будет рек. Ну, все в теории будет чуть помедленнее, но я думаю, особых проблем здесь тоже не будет. Поджимаем сюда. На севере немец окружен. Может попробовать забирать через какие-то порты, но я не думаю, что у него сильно получится. Теперь мы развиваем также и сюда наступление. Все еще здесь наши танки потихонечку тоже движутся сжимать болото. И вот мы уже смыкаем потихоньку вот это кольцо. Даже они, смотрите, пытаются контратаковать, пишется красное, но это какая-то чушь, видно. То есть вообще наши танки. И нигде они технически не могут пробиться, да, как я и думал. Еще несколько мелких окружений, закроем большое и нажмем автоплан. И вот с взятием Брест-Литовска можно сказать, что эта группировка немецкая полностью окружена, и теперь можно делать вот так. Это будет немножко больно для нас первое время, пока там еще будут какие-то запасы у немцев. Ну, в общем-то, боеспособность, окопанность. Не так прекрасно будет наше наступление идти, но через некоторое время они просто начнут катиться бесконечно назад к Берлину. Вот на освобождение Варшавы немцам вряд ли удастся отбить город. Конечно, нет. И вот последняя провинция и... Полностью Беларусь теперь освобождена. Мы, конечно же, помогаем теперь и другим народам Европы здесь освободиться от риска немецкого захватчика. Прорываются наши танки под вот этими, видите, массированными боями. Мы точечно пробиваемся танками, делаем ими окружение и помогаем, в общем-то, пехоте тоже прорваться. Да, это немножко истощает наши ресурсы, но наши ресурсы... В данный момент, можно сказать, уже бесконечно. По крайней мере, по сравнению с нашим противником Германии. Если против больших противников, наверное, не очень. Да и авиация у нас еще на самом деле не так, чтобы много было. Но против только Германии точно нам более чем всего хватает. Ну и тут мы, кстати, встречаемся с Народной Республикой Болгарии. Она, видимо, восстала там в тузах болгар, наверное. Ну, я и не против. Кстати, можно, наверное, нажать уже вот эти кнопки все. Все-таки мы переходим в финальную стадию наступления. А вот и капитулировала Румыния. Отлично, быстро и ожидаемо. Теперь, вскоре, я думаю, капитулирует и Болгария. В том времени я вижу высадку союзников еще одну в Италии. Там тоже продолжаются некоторые бои на севере под Данией. Но мы, я думаю, идем танками на Берлин, потому что сопротивления немецкого здесь уже практически-то и нету. И да, Турция же все еще в оси, если вы не забыли. Я вот уже, если честно, забыл. Ну, можем мы сейчас этим потихонечку заниматься тоже. В принципе, да. И вот этим недоразумением, которое здесь произошло с Финляндией, мы тоже сейчас будем заниматься. А, вот и падение Берлина. Берлин был без гарнизона. Гитлер забыл выставить себе охрану. Падение Рима. Союзники все-таки успеют Италию, я думаю, захватить себе и проконтролировать, чтобы она не стала красной. Но это уже, как говорится, не наша проблема. Это проблема будущего этого мира. Нам оно не интересно.
Да, в мире не хватает алюминия на наши запросы, что странно. Обычно же хватает. Но что-то как-то не хватает в этот раз. Взяли мы Будапешт, соответственно, скорее всего, скоро. Венгрия тоже капитулирует. Падение оси не за горами. О, секретные переговоры с турецким правительством. Турецкой армии, смотрите-ка. Блин, текст писал какой-то безумный безумец. Туркам пришла в голову идея, что турецкая армия дезертирует, перейдет на нашу сторону. Не знаю, это странно выглядит. Секретный пакт. Армия должна сдаться Красной армии. Ну, я вот не вижу минусов вот это делать. Да, то есть, типа, это выглядит, как будто они, типа, будут сдаваться. Но по факту мы просто будем уничтожать еще больше турков, так сказать, из геймплейна. Геймплейна, да? Потому что мы будем их окружать и уничтожать. О, Ялтинская конференция. Мы будем диктовать условия мира. Но да, короче, странно. Очень-очень вот эти вот альт-исторические вещи, которые здесь добавлены, они выглядят очень странно, супер нереалистично и супер шизово. Если честно, ну как бы. Ладно. О, а вот и Германия капитулировала. В общем-то, на этом судьба Европы предрешена, потому что здесь союзники успели только высадиться в Италию. Франция при этом была фашистской, то есть как бы мы контролируем сейчас весь Бенилюкс, Германию. Мы сейчас сможем захватить Францию. Европа в этом мире кажется красной. Налезли, как говорится, но уже поздно бухтеть. Вот и Словакия капитулирует. Небольшие какие-то силы имеются союзников Германии, но в реальности, конечно, их сил ни у кого уже и нету. Вот и Турция капитулировала. Прекрасно. И я танки просто вот сюда на автоплан переставляю. Пускай ребята сами тут добивают Францию. Я, в принципе, не против того, чтобы не просто на автоплане, или даже уже танками. Хорватия теперь сдалась. Я думаю, скоро мы подосвободим Югославию. Здесь мы освобождаем все Ирак. Собственно говоря, Сирию. Иран мы не освобождаем. Хотя здесь как будто когда-то в будущем они это захотят добавить. Ну ладно, там была кнопка где-то. И наши танки просто на третьей агрессивности захватывают Париж. И вот оно. Французская столица. Французские мысли сказали нам помощь. Не знаю, что мне. Но прекрасно. Мы их освободили от буржуазного гнета. Коммунов осталось пепла, да? По потерям все достаточно грустно для оси. Очень много они людей потеряли в этой бессмысленной для них войне. Но, что поделать. Болгария капнула. Крепость Балканы скоро будет подавлена. Куда-то улетела Сербия. Да, остались лишь небольшие здесь марионетки Италии. Ну и оккупированная Греция. И вот, капнула последняя великая держава, и мы забираем себе, я думаю, все. Красный мир наступает. И вот оно. Красный мир. У нас в Болгарии захватили коммунисты, это понятно. И, увы, нету здесь никаких кнопок нормально сейчас перераспределить территории. Можно, конечно, повыделять что-то. Тем не менее, да, там осталось еще Япония и... Что, нам заняться Японией, наверное, стоит? Давайте так и сделаем. Финский схрон с оружием? Ладно. Ну, мы как понимаем, добиваем здесь Финляндию. Потому что, ну, они каким-то образом зашли в новую войну. После этого на полную в Японию. Теперь можно наконец призвать Монголию сюда. И показать японцам, что такое настоящее наступление. Ну и да, здесь будет просто как нож в масло. Это еще танки не нажал. Давайте теперь еще и нажмем танки. Да, шикарно. Это все еще даже без авиации. Давайте добавим авиацию. Ну и да, японцы просто растворяются под ударами нашей армии. Вот Владивосток вернулся. Большая еще группировка японских войск. Сейчас будет разбита тоже. Прекрасно. И вот Манчжукуо капитулировала. Остались лишь здесь осколки японских каких-то войск. Но это для нас просто пыль. И вот мы уже освобождаем сам Китай от японских войск. Остается лишь как-то высадиться в Японию. Не самая простая задача, но и не самая сложная. И наконец-таки мы добились
капитуляции Финляндии, вечно они нас туда-сюда водили, но в итоге доводились до поражения. Ну и вот, готовим мы наши ВДВ теперь. Высадим их и спокойно, думаю, закрасим Японию. Так, приказы наши эти. Паспортные самолеты стоят на приказе. Начинается высадка в Японию. Причем весьма успешная, конечно же. Нас помогает наша штурмовая авиация. Теперь мы просто будем захватывать Японию во все стороны. И да, берем мы уже Киото. И без проблем наши ВДВ продвигаются по всей Японии. И вот падение Токио. Теперь финны, кстати говоря, вступили к японцам. Вот так вот они и начали войну. Теперь на востоке тоже будут наши красные советские флаги. Ну или, как говорится, каких-то здесь советских республик. Тоже можно будет увидеть немало. Как-то вот так. Часть еще Северной Маньчжурии забрали. Остальное получил Объединенный Китайский фронт. Забавно, что они объединились под Чан Кайши. И как бы не бухтят никто. Ну ладно. Так или иначе. Мы достигли мира в наше время. Советский Союз здесь становится абсолютной сферой державы. Атомных бомб, конечно, нет, но ничего. Американцы потом поделятся. По крайней мере, наши шпионы в Америке точно поделятся. С вами был Топгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, Дискорд, Бусти. Все как обычно. До скорой встречи. Всем пока.